Только громче. Постараюсь. Есть девушки, хронические подростки. Тонкорукие, длинноногие, легкокостные, с маленькой грудью и ямками на ключицах. Девушки, птицы, сирены и алконосты, случайно упавшие в нашу реальность, сбросили перья, чтобы спрятать странность, чтобы смешаться с толпой, чтобы выжить. Иначе ведь разорвут на части попёрши на амулеты. И всем же известно, такие приносят счастье. Но тот, кто не слеп, все равно их видит. А правда в том, что такой встретишь и потеряешь покой. Уязвимую, хрупкую, отрешенную, с причудливой речью, взглядом, отравленным вечной тоской. С привычкой смотреть сверху вниз. И каждый шаг ей навстречу, будто болезнью. Но ты заранее все простил ей. Такое не приручить, такое поклоняться, целовать плечи, запястья, кончики пальцев. Целовать руки, подразумевая крылья. Такой не кольца дарить, браслеты. Не охапки срезанных лилий, а радуги, ветры. Пронзительные рассветы и россыпи звездных дым. И окна в доме огромные, и все время настежь. И счастье лишь в том, что знаешь, эта девушка-птица тебе не снится. Ты можешь видеть ее, слышать, писать ей стихотворения, молиться, кормить вареньем или цветочным нектаром и чистой росой поить. Одним словом – любить и ждать, как желаннейший наград, мгновенья, когда в ее глазах расцветает радость.